Приветствую вас, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова Агапова. Сейчас я вам покажу, как через обменники вывести деньги с Advanced Cash куда хотите. Я буду выводить на кошелек Kiwi, потому что у меня есть карточка Kiwi и пройдена там полная идентификация личности, что мой доход и вывод вообще не ограничен. Верификацию я проходила в Евросети, стоит она 50 рублей. С вас требуется только паспорт. То есть я могу получать теперь неограниченное количество денег, а также выводить их на карту и вообще куда угодно. Вот мой Advanced кошелек, он верифицированный. Сейчас я буду выводить $87. Заходим в мониторинг обменников. Ссылка на мониторинг будет под этим видео. Выбираем в левой колонке «Отдадите Advanced Cash USD». В правой колонке выбираем «Kiwi рублевый». Нажимаем на первый попавшийся обменник. Чем выше обменник в списке, тем выше у него курс. Нажимаем. И смотрим. Здесь мы указываем, сколько денег мы отдадим. К примеру, 87. И вводим здесь свой кошелек, контактные данные. Здесь ниже пишем свой email и телефон. Жмем «Совершить обмен». Проверяем данные. Жмем «Подтвердить». От 2 до 10 минут обычно. Жмем «Перейти к оплате». Нас перебрасывает заново на Advance. Выбираем Advance Cash. Пишем здесь свою почту, вводим пароль и входим в Advance кошелек. Мне приходит смс-ка, потому что мой кошелек защищен. Без смс-ки не войти никак в него. Жмем «Продолжить». Жмем «Продолжить». Все, платеж успешно осуществлен. Нажимаем «Продолжить». И ждем от 2 до 10 минут. Потом я зайду в Kiwi кошелек и покажу, как пришли деньги. Вот мой Kiwi кошелек. Даже минуты не прошло, тут же деньги поступили на автомате. Вот смотрите, 2 января сегодня пришло 4976. Поэтому деньги, которые мы зарабатываем в интернете, они выводятся куда хотите. Могу эти деньги сейчас вывести на карточку Сбербанка. Вывести. Жмем на банковскую карту. То есть я хочу вам доказать, что это не просто цифры на экране, а это реальные деньги, которые вы можете тратить, снимать в банкомате. Сюда пишем номер карты получателя и сумму. Выводить я буду 10 тысяч. Способ оплаты, счет кошелька. Проверяем свою карту. Карточка Visa у меня Сбербанка. Комиссия будет 250 рублей. Все кошельки хотят кушать. Жмем подтвердить. Сейчас мне придет смс-ка на телефон, которую я должна буду ввести. Пришел код. Жмем подтвердить. Платеж проводится. Сейчас мы зайдем в Сбербанк онлайн. Вот, платеж проведен. Заходим в Сбербанк онлайн. Вот мой Сбербанк онлайн. И смотрим. Вот сегодня в 12:49 пришло 10 тысяч мне на карточку. Поэтому все работает. Это не цифры на экране. Если хотите зарабатывать со мной в интернете, ссылка на мою страницу ВК, в Skype, все найдете под этим видео.